и Сына, и Святаго Духа. Только что Господь спустился с горы искушений. Вчера мы слышали это Евангелие, удивительное Евангелие, когда дьявол подступил ко Христу, не зная, что это сам Господь Бог, и пытался его искусить, задавая ему коварнейшие вопросы, как он в свое время задавал их Адаму. И вот перед ним новый Адам, и он не искусился. И Христос спускается с горы, и до него доходит слух, что тот, кто его крестил, кто его погружал в воды Иорданские, уже взят под стражу. Бесовские козни не могли просто так пройти мимо. Вот что-что, а трудолюбие дьявола очень и очень отличает. Это, представляете, у дьявола есть добродетель, он трудолюбив. Вот что хотите делаете, да, он зло трудолюбив, он на зло направлен, на зло настроен, но так усердно трудится, что все зло свое срывает на той праведности, которая окружает Христа. И Христос переселяется из Назарета Галилейского в землю Нефалимовую и Завулоновую. Языческая, в общем-то, полуязыческая Галилея. И теперь там сияет свет Христов. Он там начинает проповедовать, там начинает жить. И эта жизнь входит в людей, которые приближаются к Нему. И, казалось бы, какое отношение это имеет ко второму евангельскому чтению, когда уже Христос входит в город Иерихон, то его встречает некий слепец Вартимей. И когда он слышит шум от встречи, которую устроили пока малоизвестному проповеднику, но уже слава о нем, как о чудотворце, дошла до Иерихона, то этот слепец оказывается куда более зрячим, чем все остальные, ибо он вопит о том признании людьми пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа как Мессии, потому что весь народ ждет сына Давидова. И вот он вопит: «Иисусе, сыне Давидов, помилуй мя», а ему воспрещают все окружающие. Воспрещают: «Заткнись, мол, что ты тут кричишь, что ты тут несуразное производишь». Но до Христа доходит этот слух, и он велит его привести к нему. И он понимает, что перед ним, в принципе, духовно зрячий человек стоит, который оценил пришествие в мир того, кого ждали со времен Адама. И по его просьбе он исцеляет его. Он дарует ему, возвращает ему зрение. Зрение физическое. И это зрение физическое, конечно, обусловлено той глубиной духовного зрения, которая уже есть в этом человеке. Как бы нам с вами, братья и сестры, настроить свое духовное зрение, чтобы точно так же, как этот самый Вартимей, уметь отличать Христа в этом мире, который живет и действует до сих пор, и он так и скажет нам с вами, все о с вами во все дни до скончания века. Он с нами, он пребывает, он здесь. Мы его не замечаем, мы его не видим. Мы его даже на литургии не слышим и не ощущаем. Это огрубление нашего сердца, это пустота нашего духовного зрения. Но сама попытка наша прийти сюда, рассмотреть и расслышать, уже очень и очень важна. И поэтому я всегда буду призывать ходить и вслушиваться, ходить и всматриваться, потому что Христос рядом с каждым из нас. И Он иногда сияет удивительным светом из очей тех людей, которые чуть-чуть, в отличие от многих из нас, научились молиться. И эта молитвенная сила слышна в них, и нам необходимо всматриваться в человека, который создан по образу Божию, потому что этот образ воссеивает здесь и свидетельствует о пребывании Христа на земле. И будучи слепыми духовно,
в конце концов, всматриваясь, вслушиваясь, настраивая свое сердце на добро, очищая от всего злого, мы, очистив свое сердце, можем и Бога узреть, увидеть, углядеть здесь, в этом мире. Потому что как происходит наша жизнь, какие удивительные явления в ней проистекают без принятия живущего рядом с нами Христа, ничего не получится. Поэтому Иисусе, Сыне Давида, помилуй нас грешных, приди к нам, даруй нам зрение, даруй нам видение всего того, что Ты ниспосылаешь в мир, и чтобы сердца наши были чистыми. Аминь.